Ну, как-то так, наверное, я думаю. Ожидание 28-го кинотавра – это, конечно, хорошее кино. Хорошее кино, я надеюсь, о любви. В ожидании прекрасных фильмов, как я уже знаю, они в разных жанрах. И это самое чудесное, потому что ты не будешь уставать. Я надеюсь, что меня удивят. Я сегодня ничего не выпил на красную дорожку, вот, и поэтому мало разговорчив. Виски? Ничего. Чай или максимум кофе? В моем случае, да. Самая главная халява на кинотавре – это, конечно, быть звездой. Это фильмы, смотреть много-много фильмов. Наконец-то собрались все вместе, встретились здесь друг друга. Вы не съемочных площадок, а просто вот как нормальные люди, как друзья.